экологическая катастрофа из-за того, что роботы заменяют людей, и огромное количество биотехнических всяких устройств поглощают природу. Вот как бы и объекты природы, которые созданы и олицетворяют какие-то символы, становятся неважными. На первый план выходят уже совсем другие вещи, ценные для этих ученых. Это сверхлюди, которые обладают сверхспособностями. Это супергерои, которые в основном не знают, куда деть свою эту энергию. Потому что она вроде как бы очень большая и вроде бы сильная.